В преддверии 70-летия Победы Михаил Игнатьев возложил венок к монументу Победы в Минске и посетил Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Брестская крепость. Годы оккупации партизанских движений. Легендарная операция «Багратион» и полное освобождение Минска и Беларуси. Эти вехи в истории нашли свое отражение в экспозиции обновленного Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Белорусы – один из наиболее пострадавших в годы лихолетия народов, свято чтят память тех лет и память о людях, освободивших их страну от немецко-фашистских захватчиков. Мы продолжаем совместные исследования об участии наших братьев-чувашей в партизанском движении в Беларуси, в освобождении Беларуси. И эта работа у нас налажена, в частности, с вашим университетом. И мы этой работой очень дорожим. Так как нашему музею в новом здании нет еще и года, поэтому все выставки и проекты у нас впереди. Мы просто уверены, что будем обмениваться и выставками, и материалами архивными, и фотографиями, и, конечно, сведениями о белорусах, которые отличились и на военном поприще, и на гражданском в Чувашии. Музей оборудован современными инсталляциями и мультимедийными комплексами. Экспозиция музея истории Великой Отечественной войны очень полно и правдиво отражает события тех лет. Это очень важно в сегодняшнее время, когда принимаются попытки переписать историю и принизить значимость Великой Победы, отметил Михаил Игнатьев. Глава Чувашии также возложил венок к Вечному огню и Монументу Победы Минска. Александр Гаврилов, Регина Кубайкина, Евгений Анисимов. Республика.